Студия, спасибо. Доброе утро, дорогие телезрители. Итак, напоминаю, что сегодня у нас день парашютистов, в связи с чем хотела с вами поговорить об экстремальных развлечениях. Ну что может быть еще более экстремального, чем прыжок с парашютом? Поэтому сейчас пойдем спросим у наших горожан, как у них вообще проходит это лето, экстремально, не экстремально и вообще... Как они относятся к прыжкам с парашютом? А может, вот молодой человек сидит в машине с нами поговорит. Доброе утро! Прямой эфир Афонтова. Здравствуйте. Расскажите, вы с парашюта прыгали когда-нибудь? Нет. А как относитесь к экстремальным развлечениям? Адекватно, положительно. Как у вас лето проходит? Экстремально, не экстремально? Ну, обычно. Обычно? А откуда прыгали? С тарзанки, может быть, еще что-то придумали? Только с батутом в бассейн, и все. Больше так и сильно ни высоко не забирался. Спасибо большое. Ну, видите, все-таки экстрим есть, присутствует у наших красноярцев с батутом в бассейн. Ну, пойдемте еще у кого-нибудь что-нибудь спросим. Доброе утро, прямой эфир Афонтова. Здравствуйте, прямой эфир Афонтова. Здравствуйте. Программа «Утренний кофе» Афонтова. Как вас зовут? Аня. Сергей. А расскажите, вот как вы относитесь к экстремальным развлечениям? Я плохо. В принципе, положительно. Ну, сегодня день парашютиста. Расскажите, у вас был какой-то подобный опыт прыжков с парашютов, там, с тарзанки? Я прыгал. Откуда прыгали? С парашютом. Ух ты! Расскажите, как ощущения? Я вот никогда не прыгала. Попробуйте, это не передать. Ну, слушайте, есть среди красноярцев парашютисты. Спасибо большое. Есть все-таки парашютисты. Это здорово, мне кажется. Пойдемте вот еще девушку спросим. Здравствуйте, прямой эфир Афонтова, утренний кофе. Как вас зовут? Наталья. Наталья, сегодня день парашютиста. Расскажите, у вас когда-нибудь был подобный опыт? Нет. Ну, а хотели бы, не хотели бы, что-нибудь экстремальное в вашем лете было? Нет, не было. Я, честно говоря, береженого Бог бережет, к этой категории людей отношусь. Ну, тоже правильно, я считаю. Спасибо большое. Передаю слово вам, Юля, Леша.